Прекрасная новость для поклонников Халюка Белгинера. Знаменитый турецкий актер присоединился к касту нового фильма «Мария», где его партнершей будет Анджелина Джоли. Что нам известно о проекте прямо сейчас? Турецкий актер, лауреат премии Эмми Халюк Белгинер присоединился к касту нового фильма режиссера Пабло Ларайна «Мария». В фильме Белгинер сыграет греческого судовладельца и бизнесмена Аристотеля Анасиса, который был возлюбленным оперной певицы Марии Каллас. Ларайн, известный своими биографическими фильмами «Джеки и Спенсер», работает над экранизацией жизни Каллас. Главную роль в фильме сыграет Анджелина Джоли. Съемки фильма начнутся в октябре в Будапеште. Сценарий написал Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Мария расскажет о последних днях одиночества Каллас в Париже в 70-х годах прошлого века. Мария Каллас, родившаяся в Греции и выросшая в Нью-Йорке, была одной из самых известных оперных певиц своего времени. Она состояла в длительных отношениях с Анасисом, который бросил ее ради Жаклин Кеннеди. После этого Каллас переехала в Италию, а затем во Францию. Она так и не смогла оправиться от предательства Анасиса и ушла из жизни в возрасте 52 лет. Халюк Белгинер недавно завершил съемки в сериале по роману Барбары Надель «Турецкий детектив», который будет транслироваться на Paramount+. Также он появится в мини-сериале «Завеса» «The Veil», главную роль в котором сыграет Элизабет Мосс. Съемки турецких эпизодов сериала прошли в Стамбуле и Нигде. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.